Ну вот, с утра мы дождались, пока приедет у нас песок с щебнем, и поехали в Ейск. Это вот мы выезжаем из станицы. Нам нужно закупить кое-какие стройматериалы. Ну, в этот раз не так много, но хотя бы надо уже начинать постепенно что-то закупать. Сегодня 20 сентября, ночью прошел дождичек. Сейчас вроде вот такие вот ходят тучки. Вот мы едем по улице Богдана Хмельницкого. Нам нужно на улицу Мичурина. Мы все стройматериалы берем там. И при том, что берем в одном и том же магазине, потому что уже изъезжено с нашими стройками почти все. И примерно знаем, где получше стройматериалы и по цене они, соответственно. Потому что есть магазины даже по этой же улице, много строительных, но цены у всех разнятся. И цены, и даже качество. Сейчас покажу, в какой именно магазин мы ездим. В основном за железом мы приобретаем железо в этом магазине. Ну вот и цемент. Нам нужно будет купить цемента. Вот в этот вот магазин мы все время ездим, перед торговым центром Славия. Так, покупаем цемент. Вот такой здесь. Ну, тут много всяких разных стройматериалов. Что купили? Цемент, трубы нам на канализацию и сетку. Кстати, про железо. Железо здесь, вот мы только здесь берем. Здесь и по цене, но нормально, и по качеству. Не нашли еще на канализационные трубы, там кое-какие переходники здесь не было. Сейчас посмотрим напротив, и нам нужно еще конек мы не нашли на крыше, так как убрали там трубу. Вот нам нужно закрыть теперь конек, сделать новый. Ну, вот этот магазин, кстати, он дороговатый такой, и кое-что нужно под заказ. В общем, не нашли мы тут трубы. Приехали вот в этот, слава богу, тут нашлось, правда, чуть-чуть подороже, но тем не менее. Все, мы поехали, мы все закупили, поехали. Сейчас хотим заехать вот сюда, это село Воронцовка, которое по дороге к нам в станицу, и здесь есть рыбзавод. Очень много про него говорили, и вот мы решили заехать. Кстати, адрес мы нашли на банке, в которой вот консервы продаются. Вот решили посмотреть, что это за завод, и приобрести какие консервы на пробу. Если понравится, потом будем брать. Сейчас посмотрим. Вкусная рыба. Продается земельный участок. Всех урожай тыквы в этом году. Вот это село Воронцовское, Воронцовка, она не такое большое, но такое, кстати, уютненько, улицы почти все асфальтированы. Не знаю, мы по переулкам не были, конечно, но такое приятное село. Недавно заляпали. Располагается вдоль залива Таганрогского. Правда, тут берег в основном все обрыв, но, по-моему, есть спуски, где можно, не знаю, купаться, не купаться, но вроде как есть место. Здесь рыба, да? Так, вот этот завод. Ну, сейчас посмотрим, что тут, да, к чему и как. Попросили нас немножечко подождать, сейчас тут разгрузится.
приемка идет, а потом уже сходим, посмотрим и на цены, и вообще, что там имеется в наличии у них, что они продают, какие консервы. Интересно, такое сушат. Вкусненько. Так. Есть копченый пеленгас, есть копченый карась, есть филе, только нарезали. Пучки обжаренные томаты. Пеленгас, судак, килька с овощами, томат. Вот все, купили несколько консерв на пробу, попробуем, если понравится еще. Уже потом заедем и купим. Все, выезжаем из Бронцовки. Дома, наверное, да? Садик может быть. Ну, блин. Ну, вот как оказывается, это дом культуры. Я почему-то думала, какое-то административное здание. Фиксированная камера. Лимит скорости 40. Ну, бывшая церковь? Бывшая, да. Еще царских построек, видать. Внимание, снижайте скорость. В общем, вот такая сетка 50 на 50. Это для... как заливать будут пол, когда. Потом вот такие три конечка. Это наверху убрали то, что трубу там, и нужно закрыть. Ну и поменять, естественно, старые там уже все. Плохие они. Ну и трубы канализационные. И цемент. Я там уже упаковали моего пакетиками. Вот, пока все. Так. Тюлька, килька. Я не знаю, чем отличается эта тюлька от кильки. Судак, пеленгас и будь что. Будем пробовать сегодня консервы. Я отварила картошечку. И вот решили с картошечкой попробовать. Так, бычки попробуем. Пеленгас. Сейчас открою. Пеленгас. В общем, все консервы в томатном соусе. Так. И бычки. Чё, как выглядит? Ну, бычки вот такие. Вроде без голов. Так, немного разваливается. Так, пеленгас. Пеленгас вот такими кусочками. Вот, в общем, так выглядит. Сейчас мы поужинаем, все распробуем, я расскажу, как на вкус. Ну что хочу сказать, попробовали мы эту консерву. В общем, бычки мне, честно говоря, не очень понравились, Андрей тоже не очень. Какой-то немножко привкус вроде как есть. Ну, мы, в принципе, бычки особо не ели, не знаем, какой он на вкус. А вот пеленгас вкусные. Вот. Но оказывается, вот нам соседи сказали, которым тоже брали консервы, оказывается, у нас есть в экстрамаркете точно такие же консервы с этого завода, и цена точно такая же. Поэтому нет смысла ездить именно на этот завод, просто нужно посмотреть в экстрамаркетах. Скорее всего, это сеть магазинов у нас в Ейске, в Ейском районе. То есть смотрите, эти консервы там тоже должны быть.